Площадь Советов – очередное вручение медицинской спецтехники. В период пандемии особенное внимание уделяют выездным услугам населению. Например, цифровой мобильный флюорограф впервые достается краевому диагностическому. Хотя в выездном формате специалисты центра работают уже около 10 лет. Пропускная способность такого комплекса – от 50 до 100 человек в день. И он должен помочь в раннем выявлении патологий. Он позволяет выполнять на выезде полноценные цифровые исследования органов грудной клетки, соответственно, которые можно спокойно потом передавать в электронном виде уже прямо в диагностический центр, и доктора могут прямо, не выезжая вместе с КАМАЗом, обрабатывать эти снимки, оценивать наличие и отсутствие патологии и делать заключение. До 25 тысяч человек за год могут пройти профилактическое обследование в таком комплексе. Кстати, в этот раз он, как и новый маммограф, установлен на базе КАМАЗа, чтобы машины могли добраться в самые отдаленные районы. Это актуально и для Рубцовского диагностического. Центру тоже достался один флюорограф. Заболеваемость туберкулезом в Рубцовском медицинском округе высока. Чем раньше врач поставит диагноз, тем эффективнее будет лечение. Поэтому мы будем выявлять туберкулез, будем ездить по отдаленным селам Рубцовского межрайонного медицинского округа. Районы получили машины неотложной помощи. Такие должны будут привозить бригаду, если надо госпитализировать пациентов. Это хорошее подспорье для сельских и поселковых медиков, но, по словам главврачей, есть потребность в более широком обновлении технической базы. Учитывая сельскую местность и отдаленность, у нас дальняя подстанция 86 километров от Благовещенки в Суетке. Машины изнашиваются, все-таки сельские дороги. Конечно, желательно, чтобы чаще обновлялся парк машин скорой помощи. Неотложки достались и барнаульским поликлиникам, но главврачи некоторых больниц говорят о необходимости поддержки посерьезней. Ведь передвижные флюорографы нужны и городу тоже. Вот в районах, средняя численность которых 15 тысяч, у них по 2-3 флюорографа. А у нас на сегодняшний день на 52 тысячи населения один и тот сломанный, стационарный. Ну как вы думаете, 2-3 флюорографа на 15 тысяч населения и один на 52, это сопоставимо? Нет. При этом именно на такую технику в период пандемии нагрузка значительно выросла. Многие жалуются на непрекращающиеся потоки пациентов, направленных на флюорографию. Кстати, в краевом Минздраве сообщают о предстоящем вручении машин скорой помощи. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком.